Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed для первой PlayStation, напоминаю. Для начала, ребята, хочу немножко разъяснить, почему я заставку вот к прохождению NFS 5 взял именно эту музыку, ну и вообще откуда я о ней узнал. Вот, это... На мой взгляд, достаточно интересно. Сейчас мы вместе с вами видосик этот и посмотрим. Так что, внимание на экран. Слушаем. В общем, это... Как вы можете видеть, видео с Формулы 1, естественно, это в Монце победил Ника Росберг, и вот он на подиуме зажег так толпу. Мне это очень понравилось, как он это сделал. Вот именно, видите, напел эту мелодию, это White Stripes и их тема Seven Nation Army. Вот, сам я ее что-то никогда не слышал, но вот когда Росберг зажег так под нее, я погуглил, в общем, мне она понравилась. Вот, ну и вообще вот это вот ощущение, когда вот он завел так толпу, да, когда несколько тысяч человек вот под подиумом ему вторило и подпевало. Крутые очень ощущения, классно. Ну и в общем, поэтому вот я и решил взять эту темку на заставку, вспомнил о ней. Вот, немец Росберг на итальянском гран-при зажег под нее. Ну а у нас немецкий автопром здесь прославляется. Ну вот такая вот небольшая ремарка. Надеюсь, было интересно вам. В прошлой серии мы с вами... Чё мы с вами? А, проехались в пилотах заводских немножко. Поняли, что это нифига не важная тема. Спасибо Александру Лысенко за подсказки. Оказывается, она вообще ничего не дает. Просто это так, ну, как бы вот для саморазвития. Типа, нифиг делать, покатайся. То есть... Не совсем это развили до гран-туризмовских высот, тем, так скажем. То есть ничего за это не... Я почему-то думал, что машинку все-таки нам какую-нибудь там дадут, но оказывается нет. Вот. Ну и в эволюции, в чемпионатах мы там с вами прикупили наконец-таки 911-й Поршик. Ну, я предлагаю все-таки проехаться еще раз в Factory Driver. Так, для затравки одно задание сдадим. Ну, в слоте один нету, ну в слоте два попробуй. Ё-моё. Ай, вот, блин. Так. Сейчас я карточки поменяю в слотах и вернусь. Не уходите далеко. Так, ну вот, поменял я карточки. Да уберите вы эту... Я перед записью Need for Speed'а в крэше гонял, и там обратную функцию пришлось сделать, а тут... Забыл поменять их местами. Плохо сделано, со второй не читает, что-то странно. Зачем тогда вообще было два слота, да, делать в приставке? Если игра не обращается ко второму слоту вообще ни в какую. Нахрен он туда нужен. Так, ну и чего? Ага, во, есть. Поехали. Уже 16%. Два задания, по-моему, мы с вами прошли, да? Ух. Так, а чё за машина? Конь Каррера. Ой, какой-то новый тип. Бородатый. Так.
Точно, Каррера 911. Поехали. Все, немного, немногословен оказался наш предводитель. Задание третье. 16%. Блин, не так много, в принципе, заданий-то. Так, горный слалом там было написано. Подождите. Что-то не то сделал. Чего я? Куда? Чего? А-а-а. Все, окей. Понял. Вон куда и надо. Они туда. Так, где следующий? Блин, а? Вот, блин, конусов понастали. Че, конусов понастали? Вау. Да как вы? Тут надо просто запомнить, куда чего. Так, тут прямо, тут снова в середину, да? Вау, как тебя несет-то на снегу, ё-моё. Так, чё сюда теперь, ёшкин дрын? И чё? Всё? И чё? И чё? Угу. Надо проехать за 42 секунды. Мы проехали за минуту 11. Ха-ха. Ладно, ретрай. Угу. Так, сильно не разгоняемся, понятно все уже с вами, что вы подлян тут понаделали. Ай-яй-яй-яй, тут прямо, блин. Тут тоже прямо, тут сюда, тут... Вот сюда, тут вот сюда, тут это. И поехали! Газу, 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 газу. Блин, не пройдем, наверное. Чего там? Что-то было написано плохое. А, трек рекорд, что, есть? Стали. Ха! Окей. Пойдет. Ну, со второй попытки, да, получается? Еще и трек рекорд. Просто. Так, ладно, хорош. По одному заданию будем проезжать. Все равно. Оу! Девочка теперь нас будет инструктировать, да? Assignment test track. Thanks for helping me out on the bed with hands new that. Короче, понятно, что ничего не понятно. Не хочу я ничего переводить. Так, давайте сохранимся. Already exists, so you're right. Есть, перезаписать. Все. Извини, красотка. С тобой мы увидимся в следующей серии. Нет, я ж только что сохранился. Так, ну а теперь основное блюдо. Это у нас чемпионаты. Так, снова загружаемся. Прям видите, отдельные сейвики для каждого режима. Мы тут-то уже 13% осилили. Неплохо. Хотя вроде только начали, а уже 10-ю часть даже больше прошли. Так. Вспоминаем, что у нас. У нас куплен 911. Он второго класса. Так. Первого класса это 911S, либо RS. Денег у нас 29 тысяч. У нас остался класс первый пройти. У нас остался вот здесь класс 914, по-моему. Да. Подожди, сколько денег дают за него? А денег дают одинаково. Плохо. Не больше, чем за 356. Так, и у нас гоночный трек еще, да? Ну, тут серьезная очень награда. 60 тысяч. Там, видимо, и битва будет. На жизнь, а на смерть. И 550-й спайдер. У нас, наверное, бабла нету. Так, короче, нам надо... Наверное, давайте 911-й прикупим. Который вот... RS, да? На нем пройдем турнир. А там дальше посмотрим, что как. 914, я думаю, стоит немного. Так, Select Car. Давай, вот, 914, 1,7 литра, он у нас стоит, где там, 10 тысяч, да? 10 тысяч. Так, а сколько у нас стоит 911?
Так. Класс, подождите, класс 2. Нам нужен первый класс. 550 спайдер. 36 стоит. Вот, 911 S первого класса 18 тысяч. 911 S 2.4. Ох, 20 тысяч. 118, 20. Но этот мощнее. Этот мощнее чутка. Да? Так, а что еще? А, и все, он последний, да. Ну хорошо. Покупаем тогда его, наверное, давайте, да? Так. Окей. Condition. Его еще и починить надо будет на 1,7 рубля. Берем. Цвет, конечно, не очень, но да ладно. Не до эстетики сейчас. Поехали. 8 тысяч у нас осталось. Так, выходим отсюда. Едем в турниры. Так, турниры у нас, вот они. Первый класс. Первый раз в первый класс. 30 тысяч, да? Да, неплохо, неплохо. У нас как раз будет на 550-й спайдер. И, наверное, в конце мы пройдем 914. Так, на это, на закусе. Так, Car Select. Нам надо ее починить, но мы нажимаем Race, да? Там можно будет починить. Так, Advanced, естественно. Сколько у нас тут? Так, три трассы, да, тоже. Так, квалификация идет боком. Repair. Ну-ка, 1700 рублей, да? Чиним, 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 чиним. Не должно нам на развалюхах ездить. И рейс. 6700 осталось. А, мы почти на нуле. Так, Германия. По снегу. Так. Угу. Ну, все уже в равных условиях, короче. На 911 катят. Тут уже надо собраться. Собраться, собраться, собраться. И прям выстрелить. Да, уже преимущество такое. Слушайте, а куда это он поехал, а? Парнишка-то. О, там ничего, что закрыто было. Подождите-ка, а что это он так уезжает-то? А? На разгонах. Как мы выяснили, по-моему... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну как так, а? Как мы выяснили, здесь машину прокачивать нельзя. Почему-то. Может быть, пока? Так, что-то как-то совсем грустно едется пока что. Ой. А, вон, ага, трасса-то. Я уж не смотрю, блин, на этот. Она прям тут опять тещины языки нам суют. Так, опять вокруг Кремля. Да чтоб тебя, а? Сейчас бабок не заработаем и машину разобьем. Ё-моё, нехорошо. Тут, походу, по одному и тому же месту проложено множество маршрутов, как бы. Что... Какие-то участки знакомые, какие-то не очень. Но здесь мы уже явно ездили. Так. Ой, первый круг уже закончился. Надо браться за ум. Так. Так, отжали парня. Ой, его вообще развернуло. Так, а лидер вообще уехал на этом, на зеленом. Хотя как тут же уехал? Вон он маячит так-то, ну блин. Ого! Он на этом повороте быстрее. Что-то я перетормозил прям. Так.
Эх, а там уже все, внизу финиш. Ну-ка, давай-ка в слипстрим там все, турбо, нитро, закись азота. Давай! Есть тут слипстрим? Походу, есть. Ай, блин, был шанс! Был шанс обойти этого господина на синем Порше. Будь он не ладен, блин. Ладно. Эдж, да, у нас финишировал первым. Так, тут же очки дают. Хорошо, что мы еще в адвансе, нам за третье место. Так бы вообще, наверное, нифига не дали. На новойс, на новичке. Так, где, на каком мы там месте? Вообще, я себя не наблюдаю. А вон пятый, 4 очка. 1000 рубасов всего дали. Эдж лидирует. Франция и USA остались. Ладно, едем дальше. Так, ладно. Все так же. Едем, едем, едем. А, еще и покоцал, наверное, дофиг. Ого! 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 Вот это да! Трешечку. Вот я о чем и говорил. Серьезные машины уже требуют серьезных вложений. Блин. Очень нехорошо. Но, тем не менее, надо продолжать. Едем дальше. Так, а у нас 911 какой? У нас вообще какой-то 911 S2.4, а у них RS и Targa. Наверное, круче они считаются. Вот этот Targa. Так, а что тут? Цвета у вас, товарищи, другие. Что, со мной другие соревнуются? Как мне понять, где Эдж? Кого косячить-то вообще? Так, судя по всему, вон тот товарищ на белом Порше. Это и есть наш... Да ё-моё, вот развилка, непонятно было, куда вообще поворачивать. Франция? Это разве Франция? Похоже на какую-то... Ну как вот так-то, а? Да ты чё, блин, вот понаставили тут своих фонарей. Трасса абсолютно пустая, нету ничего вообще, есть только фонари, и нас именно фонари вот. Причем я скорость вроде снизил, видел этот фонарь ведь. Ой, уже и не переключается, что-то трудности у него какие-то с переключением на четвертую. Блин! Так. Чё ты на третью-то не переключился? Чё-то тут, короче, автомат какой-то... тупорылый у него. Да ё-моё, а! Ну как вот... Ты чё, а? Ай! Вот как там было понять, куда поворачивать? Стрелочки, что поворачивать направо, они были закрыты этим фонтаном или что там у них такое? Вот чё это вообще такое, а? Что за гейм-дизайн такой интересный-то, а? Искусственно усложняем прохождение. А давайте-ка сделаем так, чтобы не было видно, а? Ой. Здесь-то вам не ралли, здесь штурман не говорит, куда поворачивать надо. Потрудитесь, блин, тогда уж ставить свои знаки эти чертовые так, чтобы их было видно. Блин. Ой, нехорошо, как нехорошо все начинается, а? Так. И мне Porsche еще этот не нравится. Я погнался за его типа, ну, литражом, объемом 2,4 литра, думаю. Наверное, помощнее будет. Но что-то как-то нифига. Тот, кто здесь лидирует, явно на чем-то другом едет. Ну, в принципе, оно и по названию там видно, что это что-то другое. О, и тут он вообще, гляньте, уехал как. Насколько он круче, чем мы все. А, ну ладно, есть там стрелочка, да, но я ее, блин, не заметил. Хорошо. Мой косяк. Обычно чуть-чуть дальше смотришь повороты, и как бы, поэтому я ее и не заметил. Так. Ребята, пора уже три круга давать.
неплохо, что здесь не три круга. Может, тогда бы и догнали бы этого Кренделя. Хотя, не, и то вряд ли. Слишком он далеко оторвался, да? Так, ну все. Вторая гонка. Да, тут ошибаться вообще нельзя. Я еще на первом круге два раза ошибся. А, снова Эдж, блин. Кстати, лучший круг у меня лучший. Так. Ну, выиграть нам уже, конечно... Выиграть нам не выиграть. Но в тройку... Там достаточно, в принципе, в тройку попасть. Но... Если мы не выиграем, мы не получим кучу баблища. Так, во, мы уже на третьем месте. И, в принципе, есть шанс даже на второе подняться. Ладно, USA у нас впереди. Едем. Так, нет, мы не едем, мы сначала чиним машину. И она у нас будет покоцана, ой, по-любому опять. Хоть поменьше. Блин, на прошлой гонке, конечно, больше баблища потратили, чем заработали. Так, ладно, едем. USA, America! Погнали. Да, кстати, я еще в прошлой серии хотел с вами поговорить, но что-то забыл. Появились наконец-таки новости о Gran Turismo Sport. Ох, слава богу, спасибо тем, кто там постил тоже в группу эти новости. Вот. Так что 17 марта у нас начинается бета-тест Gran Turismo Sport. По сути, он будет закрытым, еще и таким местечковым, региональным, и будет доступен пока только вообще в Штатах. Поэтому никто больше шедевр пробовать не сможет. Но будем следить, все равно кто-нибудь да какие-нибудь видосики со своим мнением да выложит. Хотя это, скорее всего, стопудово запрещено разрабами, но не все ж такие честные. Вот, поэтому думаю, что что-то появится. И обязательно будут новости. И это, кстати, хорошо. Потому что обычно, когда... бета-тест случается у какой-то игры, то обычно в этом году она и выходит уже. Причем... Обычно где-то до релиза бета-тест случается, ну, где-то месяца за 3, да, может, за 4. Ну, поэтому, вообще, я ставлю на осень. Во-первых, ну, это как раз по срокам будет нормально. Сейчас весна, вот бета-тест, потом лето, допилят, докрутят что-то, какие-то баги, может, исправят. Так, пошел-ка ты, парнишка, блин, все-таки... протиснулся. Допилят, докрутят, короче, и осенью выпустят. Причем могут, конечно, еще на осень туда отодвинуть к рождественским праздникам. Ну, имеется в виду конец ноября, да? Потому что, ну, соблазнительно реально разработчикам релизы делать именно в этот синокос, потому что у всех как раз деньги под это дело. Именно на конец года. Вот. Поэтому могут вообще на, как бы, сместить с осени на самый конец. Осени, начало зимы. Чтобы попасть в самый такой сезон. Но будем надеяться, что релиз будет не в самом конце осени, а где-то, может, сентябрь. Где-то вот так вот. Ну, еще E3, конечно, покажет много чего. Так, E3, да, будем, естественно, ждать новостей. По-любому там уж на E3-то скажут, я думаю, дату релиза. Хотя, может, даже скажут тем, кто в бета-тесте будет участвовать. Ну так, типа, в качестве бонуса. Хотя он там тоже будет в несколько этапов там что-то проходить. Поэтому... Ну, в общем, подзатянется это дело. Наверное, вообще на всю весну. Вот. Но
Самое главное, что появились вести о нашем долгожданном симуляторе. Вот, и это уже хорошо. Значит, он жив, значит, его пилят, и значит, они намереваются выпустить его в этом году по-любому. Вот, да и сама Sony-то, наверное, уже там ерзает на стуле. Когда же выйдет наш супер-эксклюзив, чтобы поднять продажи PS4, PS4 Pro и VR. Ой, ну там все сразу подлетит прям до небес. Так, ну и чё? А, ну вон, на второе место вышли, да? 6 очков. Чё там за второе? Двадцатку нам отвалят? Да, 20 тысяч. Блин. Первое место-то 30 тысяч. Потеряли десятку. У нас сейчас даже на Спайдер не хватает. Так. You have completed the classic era. Move on to the golden era. А, на Golden Era вот называется. Classic получается. Classic, Golden и Modern Era. Три эры. Так, completed, да? То есть, в принципе, уже можно переезжать нам в Golden Era. Но мы тут еще, у нас есть незавершенные дела. Так. Можно что сделать? Weekend Race. Потратить бабло. Ну вот это ни о чем. Ну реально, ехать тут на 914 ради 3500. Давайте, наверное, перепроедем турнирчик, а? Перепроедем его на золото, как полагается. А уже в следующей серии тогда проедем на Спайдере и на 914. Ага. Надеюсь, со второго раза все будет тип-топ. Трассы не поменяются. Так, поехали. В конце концов, денег на Спайдер у нас все равно не хватает. Нам в любом случае надо перепроезжать. Вот. Где-то их добывать. А так как мы не взяли здесь золото, то давайте. Давайте. Так, поехали. Сейчас починить опять. Вы машину покоцали, ё-моё. Да, уже. Уже двушка как с куста просто слетает. Да, давайте. 900. Ой, 2000. Так, рейс, поехали. Блин, я уже забыл эту германскую-то трассу, блин. Время у меня все равно лучшее, да? Так что, да, вот в этом году будет... Ну, выйдет у нас Dirt 4 и GT Sport, так что год тоже рискует стать таким гоночным прямо. Там, глядишь, Need for Speed новый какой-нибудь выкатят. И вообще будет все тип-топ. Так, чё ты? А, закосячили этого товарища. Так, где тут сложные места? Тут сейчас тёщины языки эти треклятые. Не люблю я их. Они какие-то еще такие. Вау, заносит еще, ё-моё. Че, резину не поставил зимнюю, что ли? Я помню, вы меня в хай-стейксе, блин, этой резиной убили просто. Тоже, кстати, трасса-то, по-моему, Snow Ridge там называется. Так же точно. И здесь вот она тоже что-то такая вот. Чтобы постараться машину не разбить сильно. Соплики держатся за нами. Так. Воу. Летит, гляньте, а. Воу. Прям жужжит здесь. Иди-ка ты, оторвался от них. Ну блин, ну быстрее он, конечно. Прям видно. Прям летит.
летит. А, мы ж тогда тут столб въехали. Да, любимые столбики. Будь они неладны. Так, вот на 90-градусных поворотах они подотстают. А вот на тещиных языках и на прямиках они прям... Ох! Хо-хо-хо. Прям с ними тяжело. Точнее, не с ними, а с ним с одним. С этим вот кренделем, который технический регламент, скорее всего, не соблюдает. Ой. И мухлюет. У него просто Поршик из другой эры. Уже, наверное. О, пятая есть, отлично. Вон, смотрите, скорость уже 130. Ух, опасно было. Да. Ну, с победы начинать приятно. Эдж, блин, закосячить бы тебя еще. Так, а я Porsche-то и не покоцал, по-моему. Да? А, не, я знак сбил один. Блин, знак. Ого! И так сильно покоцал? Да ладно, на 1500? Врезавшись один раз в знак, да вы чё, серьезно что ли? Кошмар. Мухлюет что-то. Что-то мухлюет явно. Блин, заработок получается вообще мизерный. Вот сейчас выиграл 2000, да? Из них 1500 на ремонт. Просто так. Отсчитал. Так, тут у нас есть коварный поворот. Надо не забыть о нем. Очень коварный поворот. Можно на нем куда-то... Эй! А, еще вот они в меня, блин, врезаются. Ну да. А, вот здесь опять чуть не затупил. Право не ехал. Так. Где-то там есть беляк. Дальше. Я, блин, не помню, в каком оно месте. Я что думал, в городе. Уже... О, вот здесь, да? Нет. Блин, сидит на хвосте, гад. Вот оно. Аккуратненько. А, затупил, да? И на старуху бывает проруха. Знай русских, знай наших, знай наши пословицы. Так. Оп. Тихо. Да, такой прям поворотик завинчивающийся. Ой-ой-ой. Тут тоже крутики такие. Серьезные. Ай, ну что ты, блин, на четвертой? Ну не валишь ты вообще на четвертой. Что это было? Не колеса там повзрывались у меня. Ага. Так, ладно, сейчас снова опять этот гадский поворот. О, смотрите-ка, мы даже от беляка оторвались. Может, он того? На заправку заезжал. Так. Тут опять эти, типа,
тещины всякие языки. Я говорю, знаешь трассу, это уже половина залога успеха. Вот прям конфигурацию поворотов главное знать. Есть. Так, ну две победы это уже серьезная заявка. Две победы, серьезная заявка на победу. Сегодня у нас прямо серия каких-то тавтологий. Так, чё постоянно эту Porsche вот этот с теткой сюда вставляют? Дайте какую-нибудь другую картинку. Она приехала и не хочет уезжать. Так, снова USA. Блин, чё мне? Мне в задницу въехали в этот раз. И чё-то там, наверное, отвалилось. Выхлоп какой-нибудь. А, тормозные колодки, да? Ну вот, всего лишь 188. Почти вся сумма у нас в кармане за эту гонку. Так, ладно, Штаты. Едем. Последний бой. В принципе, можно даже вторым приехать, но лучше не приезжать вторым. Лучше, конечно, выиграть. Что мы и сделаем. По крайней мере, попытаемся. Так, опять этот сразу в лидеры вон. У него, да, у него соперников нету, вот если бы не наша тачка, ну, не наше мастерство. То совсем ему было бы легко выиграть. Вот так вот, да? Не ожидал, не ожидал. Фиг тебе. Вот, разгляди мой номер, там, почитай, что написано. Вот, даже на прямой, смотрите, стали отрываться. Странно. Как так? Не, ну реально, он на прямой же был быстрее. Что-то не починил тачку. Слишком сильно затормозил. А, он тоже ошибся. Я говорю, им 90-градусные повороты плохо даются. У них почему-то жопу на них заносит. И они... А, вот так вот, короче. Вот так, да. Расслабляться никогда нельзя. Блин, сейчас покоцали, короче, Porsche уже. Так, в каньончик сейчас заруливаем. Ой-ой-ой, жужжит, жужжит. Гадина, вон он. Ох ты, блин, а, вы гляньте, ничего себе. Отчаянный маневр, о, уже одноглазый, ну прям бойня с ним идет. Так, ох, куда-то его там понесло. Вот он чудик, а, видали, он его на внешнюю как вынесло. Чё-то он разозлился, похоже. Так, ага, первый круг есть. О, подотстал, отлично. Из-за собственной ошибки дебил. Я тут ни при чем. Он, кстати... Пит-стоп, заедь туда, починись. Что у меня номерок перекосило, но мне в задницу въехали. Нет, я сам жопой куда-то въехал. Оп, оп, змеечка. Дорожный переезд, ЖД-дорожный. Сейчас лучше вошли. Его опять занесло. Ну ты хоть как-то, я не знаю, приноравливайся, что ли. Чего ж ты? Да, вот здесь просто нас занесло. Хорошо, так прям. Приложились правой стороной. Ничего. Сейчас опять каньон. Оп. Потихонечку. Сейчас у нас больше никто в ухе не жужжит. Назойливая муха. А, не видно его. Вот здесь, да, его вынесло прям. Все. Все, ребятка. Ребятка. Ребятки. Давайте мне кубок золотой. Мы поехали дальше. В золотую эру.
Ну, не, в золотую еще рановато, да, я говорю, мы сначала полностью добьем все тут чемпионаты. Все, есть бабки, есть спайдер, ну, есть деньги, в смысле, на спайдера, а если есть деньги, то есть и спайдер, и, в общем, в следующей серии мы будем просто на спайдере всех. Всех-всех. 60 тысяч, и как раз это нам подспорьем будет в новой эре, там уже деньги, наверное, будут совсем другие. Смотрите-ка, 58, и вот это, да. О-о-о. Хорошо. Да, не зря мы с вами перепроехали, короче, нормалек, вообще нормально. В общем, в следующей серии мы по-любому купим Спайдера 914, по сути, нам две гонки. Даже не чемпионата, а именно две гонки. Здесь, по-моему, Racetrack Circuit A, да? Ну, то есть вот какой-то гоночный будет трек. То есть одна всего гонка, ну, может там кругов будет побольше. И Weekend тут, по-моему, тоже одиночные все на 914. Ну, он копейки стоит, мы там сами видели, 10 тысяч. Ну и Spider там 30, там что-то 6. Ну, короче, да. Вот те деньги, которые мы сейчас заработали, мы их и потратим. Но на Spider нам 60 тысяч рублей дадут. Вот. И вот с ними мы уже поедем в золотую эру. Ладно, на этом я с вами хочу попрощаться, но прежде, сейчас вы будете в каждом видосике это слышать. Ну, в принципе, это вам же выгодно. Вот, о конкурсе, значит, сейчас у меня на канале будет проводиться конкурс. В субботу, получается, 18 марта будет стрим-конкурс. Вот, и условиями участия в этом конкурсе, ну, те, кто уже участвовал в предыдущем, те знают, точно такие же. То есть это нужно подписаться на канал, обязательно подписаться на группу ВКонтакте, все ссылки есть под этим видео, да под любым видео на канале есть, в общем, везде есть эти ссылки. Вот, и значит, в группе ВКонтакте будет пост вверху, объявление, и нужно будет его еще обязательно зарепостить вам. То есть нажать кнопочку «Поделиться». Не лайкнуть, не нажать «Мне нравится» кнопку. Я вот объяснял к предыдущему конкурсу вот это различие «Поделиться» и «Лайкнуть». Ну, что-то все равно не все шарят в этом, походу. Поэтому буду говорить. Есть такие люди. Так вот, там рупор есть такой, нужно вот на него нажимать «Поделиться». То есть вы как бы будете им делиться на своей странице. Вот, он у вас появится. Вот в этом-то, собственно, и смысл, да? Вот, поделились, значит, и конкурс будет проходить среди тех, кто вот все эти условия выполнил, среди тех, кто поделился этим видео, ну и, соответственно, подписался на группу ВКонтакте и канал на Ютубе. Вот, у вас есть, в принципе, практически неделя, ну, по крайней мере, рабочая неделя, сегодня понедельник, конкурс будет в субботу, так что дерзайте, выполняйте все вышеозначенные условия, ну и можете там как-то подготовиться к конкурсу. Вот, конкурс будет в виде лотереи, то есть в этот раз вопросов не будет. Вот, приз достаточно ценный тоже, поэтому призываю всех участвовать. Вот, на халяву что-то выигрывать всегда прикольно, по-моему. Вот, ну все, я свою задачу выполнил, разрекламировал конкурс. Вот. Ну и все. Увидимся с вами в следующей серии. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об Играх. Все. Ну, дальше вы все знаете сами. Все. Всем пока-пока.